Добрый вечер, с вами снова я и фильм «На вечер». 5, 6, 7, 8. Кто пить дальше, поверни душ, борта суши, борта. X – это слэшер, хоррор в стиле аналогичных фильмов 70-х годов про группу подростков, арендующих домик на ферме с целью съемок грязного фильма для взрослых, то есть домашней порнушки-поебушки и последующего заработка на нем. Как несложно догадаться, в течение всего фильма за героями будет следить и охотиться убийца с ножом или топором. Это происходит ночью. Фильм сразу берет атмосферой и стилем съемок. Действие очень неторопливо, монтаж порой довольно непривычный. Какой-нибудь гребаный, мать его, ужастик. Приятно и то, что персонажам дали время раскрыть себя в диалогах. Каждый из них хоть и соответствует хоррор-клише, но они не являются глупой и незапоминающейся наживкой для убийцы, и у каждого есть своя история, цели и мотивации. Наше мытарство скоро закончится. В Голливуд мы идем. Радует глаз и отсутствие сгенерированных компьютером крови и внутренностей. Все выглядит натурально и со вкусом. Как и сами убийства, во время которых режиссер наглядно показывает любовь к жанру старого поколения с помощью атмосферного визуального ряда, заставляющего зрителя почувствовать неудобство как и физически, так и на более глубоком уровне. Все в порядке? Нет. В настоящее время я только приветствую выход подобного кино. И, возможно, этот фильм далеко не всем придется по вкусу. Здесь вы не найдете неожиданных сюжетных поворотов, резких телодвижений с прыгучей камерой в стиле современных триллеров и других современных фишек. Максим? Рекомендую приготовиться смаковать фильм с каждым кадром, диалогом и действием, всеми своими органами чувств, чтобы максимально сильно пропитаться классическим олдскульным хоррором, сделанным с максимальной любовью к жанру. У них глаза из черепов повылазят, когда они увидят. Как я уже говорил, фильм стартует в солнечных американских 70-х. На дворе вовсю пылает сексуальная революция, знаменующая рассвет той самой индустрии. Молодая съемочная команда А состоит из накокаиненной звезды нимфоманки, продюсера, плейбоя, сопливого хипстера-оператора, его подружки, серой мышки, смазливой блондинки и черного мандига, ветерана Вьетнама. Вот вам фильм на вечер.